Первое КПП. Да, да, он. Заяви в полицию. Так фамилию представься, на кого мне жаловаться? На всех жалуюсь. Тебе вопрос, ты дегенерат? Я заявление в полицию сделал, фамилия представься. Распоряжение не писал. Так, на каком основании? На каком-то. На каком-то, да? Администрация, второй этаж. Основание не пускать. Руководство. Правила досмотра. Ну. Выходит из машины. Так. Водитель открывает и предоставляет досмотр. Так. Прописано в инструкции. Покажи мне эту инструкцию. Я не буду, я занят рабочим процессом. Ну так, ты, по-моему, я здесь уже не прохлаждаюсь. Ну так я жду. Сейчас человека отпустишь, да покажешь мне. А я, кстати, служебные документы не имею права показывать. Ну а как же ты ограничиваешь мои права? Ты мне какие-то лапшу на уши вешаешь и в то же время. Я не вешаю абсолютно. Так о чем мне тебе на слово верить, что ли? А ГАИ тоже открывает двери само. Ну, ГАИ составляет протокол досмотра. Ты ничего не составляешь. Это протокол досмотра. Да, при понятых. Ты себя возомнил сотрудником полиции, что ли? Ничем не возомнил. Ну так прежде чем ограничивать мои права. Просто. Да ты себя возобновил, да непонятно я кого. Не возомнил, никем. Богом, наверное. Ой, у тебя комплекс вахтера. Вахтера. Суслик-агроном, что ли? Или кто ты? Как зовут-то, говорю, тебя? Не будем тут переходить на оскорбления. А кто переходит? Вот кто. Дайте минутку буквально, пропуск оформлю, я уеду и потом выберите. Родила ж природа, это чудо, блин. Теперь ты не проедешь, пока месье не проедет. Хорошо. Да, мы проедем. Так пускай меня выпустит. Тебе надо досмотр машины показать, чтобы тебя выпустили. Ну так пускай смотрит, все открыто. Я ему сказал, открывай, все кроме он это выкобеничивается. Сам выйти, открыть и показать. У меня больная спина, не могу. Причем ребенок-то он не знает при этом. Да он и не должен это знать, ему дверь открыта. Я ему автомобиль, не перебивай, я ему автомобиль предоставил. Выйдите, откройте ему дверь сами. Я не буду выходить. Я не швейцар. Это его проблемы. Все открывают, а он не открывает. Никто тут никогда не открывает. Все у меня открывают. Все. У меня дверь открыта, что непонятного. Ну, он принципиальный. Давай. Не, открой. Я не против, открой. Вас зовут? Александр меня зовут. Александр. Да. Владимир меня зовут. Дело в том, что у меня больная спина, я лишний раз из машины выходить не могу. Этот же товарищ хочет, чтобы я вышел из автомобиля и персонально ему открыл дверь, как швейцар. Он считает, что он не должен делать свою работу. То есть, если он делает досмотр, дотронься до машины, я разрешаю. Машина открыта, досмотр предоставлен. Когда он уже подошел к машине, взял у меня пропуск, на секунду открыть дверь, посмотреть. Я не знаю, что они там смотрят. Я у них много раз спрашивал, что вы смотрите, и они не могут ответить. Они делают вид, что они там что-то смотрят. Я не знаю, что смотрят. Так вот, из-за этой формальности, чтобы я вышел перед ним, открыл дверь, понимаете, я не швейцар. Если он делает досмотр, если у него есть основания меня в чем-то подозревать, ради бога, понятых, если это осмотр, тогда я вообще не обязан ему ничего открывать. Внешне посмотрел, все. Понимаете, я не буду эти все процедуры рассказывать. Смысл в том, что этот человек умышленно создает конфликтную ситуацию, понимаете? Умышленно, каждый раз. Удобно будет? Он выполняет свои обязанности, теперь ты голову ебешь-то. Какие обязанности? Его обязанности, блядь, делать досмотр. А не я ему швейцаром буду, что ли? Я что, ему швейцаром, что ли, буду? Мне швейцары не нужны. Мне не нужны швейцары. Посмотрите, он ходит, он лыбится. Ему, блядь, он если получил кайф. Ты работай, блин, ты бы работал. Если тебе есть заняться, то ты яйца дрочишь. Ну тебе да, наверное. Ну ты нам мешаешь работать, ты сам не работаешь. Так работай. Не я виновник, а вот этот давайте вот чмо. Отвлекаться от темы. Каждый раз будем создавать вот эту пробку, значит, пока не выйдет человек, ему персонально не откроет дверь. Потому что если он такой принципиальный, то я ему тоже не швейцар. Я тоже не буду выходить и ничего открывать. Он лыбится, выходит, посмотрите, он ходит, лыбится, он удовольствие от этого получает.
Вы просто поймите, конкретно, у меня... лаконично... Конкретно, человек заставляет меня выходить из машины и открывать ему дверь. Вот, вот в чем конфликт. В смысле, открывать не ключом имеется в виду открывать, а, ну, открывать, физически открывать дверь. Ну, то есть, дверь открыта, машина предоставлена, ради бога, заглядывай. Понимаете, в суть? Во время прохождения досмотра... Я не знаю, как у них эта процедура называется. Если это досмотр, тогда двух понятых, пожалуйста, и видеосъемка. Если это осмотр, тогда я вообще, извините, ребята, не обязан ничего. При въезде и выезде непосредственно... Да, там, отметьте, что автомобиль мной предоставлен. Предоставлен. Препятствий для его досмотра не существует в принципе. Так и напишите. Функции швейцара вот у меня требуют, понимаете? Его посадили на вахту, вот он пускай вахтером и будет. Или желает доброго счастья и пути. Все, я могу ехать. Просто понимаю, вот вы пишете, я понимаю, что вы делаете свою работу, но результата никакого не будет, понимаете? Сколько уже таких заявлений написано, переписано? Он с меня деньги вымогал, понимаете? И не только он, меня не пропускали, не выпускали. Сколько же тут было вот этих... Давайте все, уточним. Теперь деньги сейчас никто давайте не берет. Сейчас уточним и да. Будете направляться по своим делам. Мамаев Владимир Владимирович, 18.01, 77, так? Да. 921-66-641. 19.9.12, да? Суть конфликта. То, что данный сотрудник заставляет вас выходить из машины, открывать двери, чего, что вы делать не обязаны, да? Да. Как вы считаете? При этом автомобиль это к досмотру предоставлен. То есть все двери открыты, имеется в виду, ну, препятствий для досмотра нету. Вот это самое важное, понимаете? Одно дело, если бы у меня было все закрыто, да, ну, машина, ну, досмотр свободна, понимаете? Я могу в это время, пока делают досмотр, как они, кстати, делали, там выйти, пойти покурить где-то, понимаете? Потому что они у меня и бардачки открывали, и зеркалами, и капоты открывали. Понимаете? Ну, были времена, когда он таким образом издевался. Владимир Владимирович, у вас еще что-нибудь есть? Все. Все. Просто извините за беспокойство. Просто конфликтная ситуация назревает. Люди начинают ко мне подходить. Чтобы не было проблем, я вас вызвал. Ну, я имею в виду, что там драки и тому подобное. А вы звонили в дежурную часть сюда или... Да, потому что по 102 не дозвонился, по 112 не дозвонился. Нашел в интернете вас... Да, вас нашел в интернете и вам перезвонил. Все, извините за беспокойство. Всего хорошего, до свидания. ФСБ? Ты что мою машину пинаешь? Зачем мою машину пинаешь? Выключи. Зачем? Выключи. Нет, а зачем ты мою машину пинаешь? Я с тобой не хочу разговаривать, просто в следующий раз. Да, в следующий раз машинку мою пнешь, я тебе знаешь, что сделаю? Что? Вот узнаешь. Что? Узнаешь. Текай отсюда, фраеров. Давай. Давай. Орел. ФСБшник, блядь. Ну это ж надо же, чудо такое нарисовалось. Что? Ну ты что, ФСБшник что ли? Отдел ФСБ. ФСБшник? Отдел. А что ж ты корочку-то не показал? А нахуй мне тебя что-то тыкать? Вали отсюда. Ну ты вали отсюда.